Всем доброе утро. Варюшка собирается в школу. Покрутись, какая ты сегодня красивая. Вот это решила блузочку надеть с бантиком. Готова? Угу. Что будем из прически делать? Давай скорей. Не знаешь? Ну давай резиночку какую-нибудь. Нет. Ты же в школу идешь все-таки. Не знаю. Ну давай, резинку, расческу, придумаем что-нибудь. Сейчас с Варюшкой вообще снимали, как мы делали прическу. Но у меня телефон оказался на замедленной съемке нечаянно. Так что мы просто покажем результат, да, Варюнь? Угу. Показывай. Вот такой бантик красивый. Все, теперь в школу. Малышка моя готова. Угу. У Вари сегодня еще вокал, да? Угу. Час ждать. Час ждать вокала, да. Угу. Все, давай. Пока. Тыси, тыси. Варюха, ты опаздываешь. Ладно. Давай. Все, пока. Пока. Нет, выше. Мы? В другую сторону. Все, открываем. Пока, моя принцесса, пока. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where. Хоть показаться вам, сказать доброе утро. Вот, надела сегодня вот такой халатик домашний. Это от Faberlic. Безумно мягкий и очень-очень удобный. Непривычно снимать домашние влоги, даже не знаю, если честно, что вам показывать и что бы вам было бы действительно интересно, потому что показывать одно и то же, но тоже не хочется. Вот. И я только сейчас поняла, что у Вари заправлена кровать, хотя я изначально сейчас шла, чтобы заправить ей. Так что, ну хорошо, идем дальше. Зато я нашла, где бардак у Варюхи всегда. Это стул. И стол. Это то место, где она вообще редко прибирается сама, если ее не попросить. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Ну что, осталась только наша спальня. Здесь нужно... даже окна еще не открыты. Что нужно сделать? Поменять постельное белье, то, что я не люблю. Ну, я думаю, мы справимся вместе с вами. Поддержите лайком. И мне кажется, что у меня получится это быстрее. Тёмочка мне в итоге помог. Молодец, да? Держала уголки, а я пока вот сюда вот под одеяльник засовывала. Точнее, одеяло в пододеяльник. В общем, постелили вот такой комплект. Вот, мне его как-то по рекламе присылали. Даже не знаю, что за фирма. Вот, так что вот наволочка. И пододеяльник. Все. Мы справились. Давай опять. Спасибо. Дел домашних на самом деле очень много. Вот, нужно сейчас постельное белье постирать. Но я знаю, что Денис вчера еще закидывал светлое в стиралку. Белые вещи. И нам нужно их сначала развесить. Но для начала, Тёмка, нужно, наверное, нам позавтракать, да? Угу. Тёмка хочет кушать. Идем? Что, привычный в порядок, угу. Да? Я тут немножко таким скрабиком, сейчас покажу. Вот этот, офигенный. Кстати, видите, когда я умываюсь, каждый раз у меня губа снова трескается. Нежный пилинг для лица, максимально нежный, вот реальный, от Natura Siberica. Кстати, по-моему, эта марка сейчас ушла из российского рынка, вот, но у меня еще целый тюбик, так что...
Мне хватит. У тебя красоту намоешь, да? Угу. Ну, красавчик, красавчик просто. Ну, красотулькин вообще. Тёмка мне зеркало вчера замырал лапками сами. Вот так же стоял, обнял зеркало, и все. И все в пятнах, да? Я не знаю, почему у меня прическа ушла. Ушла? Ладно. В общем, мне осталось только намазаться кремом, и все в порядке будет. Прыщики, кстати, так и не уходят. Вот. Выдали. Но я продолжаю еще нервничать. Не знаю, мне в последнее время... не знаю, я по каждому поводу и без просто нервничаю. И вот это все вот остается вот здесь. Вот. Не знаю, что со мной в последнее время. Тёмка у нас вообще уже сегодня успел позавтракать, пока я спала. Вот. Но я сейчас буду кушать бутербродики с шоколадным маслом, и он тоже попросил. Так что сядем сейчас кушать вместе, вот так вот, на батон. Масло шоколадное. Вредно, но как же вкусно, да, Тём? Доброе утро. Доброе утро. Уже не утро. Уже сколько времени-то? 12:47 сейчас. Время. Так, Артёмка вызвался мне помочь. Ну, правда, можно было бы на пол это не сваливать. Но ладно. Все, потащил. Ты решил мне во всем сегодня помогать? Ага. Ну а пока Тёмка там доразвешивает вещи, уже чистые, я пока закину постельное белье, тогда уж и стиралку. Вот. Ох, не знаю, насколько вам все это интересно. Честное слово, вот вроде снимаю, видела по прошлым видео, по комментариям, что не важно что, главное снимайте. И такой комментарий был не один, не знаю. Мне кажется, что если снимать каждый день одно и то же, даже домашнее, то когда-то это приедется. В общем, если вам это надоест, обязательно пишите, пожалуйста, об этом. Так, ну и что, заодно еще почистим туалет, да? В общем, вот такой от Faberlic, он офигенный, вот реально офигенный. Поэтому сейчас мы с Тёмиком... Ты сегодня во всем мне помогаешь, да? А почему другие синие, а этот прозрачный? Ну, вот этот, да, этот прозрачный. Все. Так, в общем, постиралась постельное белье. Постельное белье я всегда развешиваю на Тёмкином спортивном комплексе, потому что больше негде. Мой спортивный комплекс — это не вешалка. Не вешалка, я согласна, но больше негде. Так что будет так. Ну все, как-то так, потому что... больше негде. В Инстаграме месяц или два назад одна из девушек мне в директ написала, попросила снять видео-мотивацию на уборку. Вообще, я, в принципе, убираться не особо люблю, но сегодняшний влог, по-моему, именно такой. Я сегодня только и убираюсь. В общем, здесь нужно разобрать чистую посуду, помыть грязную, потому что у нас закончились капсулы в посудомойку. Вот, ну, мне нужно помыть эту посуду самостоятельно руками. Денис у меня на работе. Вообще он моет посуду. Мне, в принципе, нельзя мыть, потому что все чистящие средства мне сразу разъедают руки. И я года два назад лечила руки, еле-еле у меня получилось все это вылечить. Вот, но так как капсулы закончились, а мне нужны тарелки и так далее, придется помыть руками. Вот. Знаю, что после этого в любом случае у меня сразу будет краснота на руках и так далее, но что поделать. В общем, таблетки не куплены, сама виновата, как говорится, поэтому начнем. Keep my head up high through the
downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Так, ну что, посуду я помыла. Не стала снимать много, не вижу в этом никакого смысла. Тут у нас Тёмка купается, да? Mm-hmm. Вот, пока я посуду мыла, Тёмочка пошёл в ванну. Вот он, человек, который обожает нырять. Задерживает дыхание и ныряет. Но только делает это, естественно, в моём присутствии, не один. Да? Молодец. But all be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Приготовила гречку. Тёмка попросил как можно больше мяса. Тём, я выполнила твою просьбу? Ага. Ага. Счастливый. Чё ты тут делаешь? Тесси игра. Ты уверен, что у неё получается? Смотри, вот так вот. Вот. Вот так. Ой, не издевайся над ней. У нас тут... Так, моя малышка пришла, рассказывай, как дела? Нормально. Ты мне лучше расскажи, почему ты четвёрку получила по музыке? Ну, я не до конца выучила песню. Помнишь, да? Только ту пустить, то я только это выучила. Варя, обидно, наверное, да, когда ходишь на вокал и от этой же учительницы четвёрки получаешь? Ну ладно, давай, раздевайся. Кстати, почему ты я нарисовала Марину Васильевну? Я спросила у девочки, красиво, она сказала, нет, некрасиво, отстань. Ну, может, у нее не было настроения? Нет, она бесилась. Ну, значит, ты мешала беситься. Нет, она сначала просто прошла мимо, ей просто сказала, можно вопрос? Она сказала, да, ей просто спросила, она сказала, отстань. Ну ладно, что ж теперь? Давай, переодевайся. Устала? Угу. Устала? У меня вот эта нога почему-то болит. А что она у тебя? Мы танцевали 100 раз. Ага, репетируете, да? Ой, колготки красные. У нас ещё дождь! Ещё бы, дождь, белые колготки натянула. Ещё бы они у тебя не были грязные. Да, собачка моя? Да. Да, да. Всё, давай, переодевайся. Варюшка, уроки сделала? Угу. Угу. Завтра ни математики, ни русского. Варюха рада. Правда? Угу. Вот. Будем с вами уже прощаться. Да? Спасибо, да, что провели этот день с нами. А, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Все, и кто не подписан, все, кто не подписан, подписывайтесь. Кнопочка красненькая внизу. Нажимайте, делайте ее серенькой. Да. Вот. И всем пока-пока. Пока.